Каким же будет новый город и насколько он будет удобным для людей? Характерной отличительной чертой нового города на Белом берегу является наличие обширного парка культурного отдыха, включение лесопарка. В городе брожу ночной, разговаривать с собой. Побережье Иртыша, все хожу туда-сюда. Освещает путь луна над городом. Вижу тот рассвет, он скоро должен быть. Мысли мои вслух, я тут один с собой, я пою тебе. Это мой город родной, где я родился, и я влюбился в этот город. Это мой город родной, где я родился, и я влюбился в кусками лагов. Большой красота, и он цветет. Любоваться все тобой не устану никогда. Освещает путь луна над городом. Вижу тот рассвет, он скоро должен быть. Мысли мои вслух, я тут один с собой, и я пою тебе. Это мой город родной, где я родился, и я влюбился в этот город. Это мой город родной, где я родился, и я влюбился в усками лагов. Парка культуры и отдыха с включением лесопарковых зон. Это очень интересное композиционное решение, когда город как бы включает...